На календаре понедельник, 23 мая. В эти дни в Волгограде проходили сразу два этапа Bad Boom чемпионата России по пляжному волейболу. Мы с вами сейчас будем смотреть матч за третье место пятого этапа. Чтобы все были в равных условиях. Прекрасный монстр-блок от Дмитрия Веретюка. Ну, всю жизнь Дмитрий Веретюк выступает за волейбольный клуб «Обнинск» из Калужской области. Вот и первая смена старом площадке после атаки Игоря Величко. 4-3 становится счет. Выполнил подачу Дмитрий Веретюк. Сабаев. Вот хорошо разобрался Федор. Выбитый прием получился у Веретюка. И здесь немножечко не повезло. И в итоге 5 очков подряд набрал дуэт Дмитрия Веретюка и Игоря Величко. У них 4 сетбола. Ошибается Федор Сабаев. И очень равная была борьба в первой партии. Можно сказать, ноздря в ноздрю шли пляжники. До счета 16-15, после чего 6 очков подряд. Выходя на работу, надевают пляжные волейболисты. Сабаев против Веретюка. И здесь Дмитрий Веретюк одной рукой накрывает. Четвертый раз подряд в финале этапа чемпионата России встретятся эти дуэты. Ну и пока что, напомню, ни разу Вячеславу Красильникову и Константину Семенову выиграть не удалось. Хорошо играет Федор Сабаев в защите и в атаке. Ну вот такой розыгрыш имени Федора Сабаева. Хороший такой планер выполнил Веретюк. И в очередной раз закрывает Дмитрий Федора Сабаева. Идеально выпрыгнул, идеально закрыл линию Дмитрий Веретюк на подаче. 20-14. Здесь выпадает. Один матч был отыграл Федор Сабаев. И смена сторон площадки. Но в рамках дозволь. Итак, 5 матчболов по-прежнему через трос подает Антон Кислицын. Величко атакует, блок-аут, и мы поздравляем волейбольный клуб «Обнинск», в частности Дмитрия Веретюка и Игоря Величко, с бронзовыми медалями пятого этапа Bad Boom чемпионата России по пляжному волейболу. Ну а сейчас будем наблюдать за сражениями за бронзу у девушек. Давайте еще за одной подачей Александра Гоненко посмотрим. Хорошо играет в защите Саша, но не успевает Анастасия Фролова. И первое очко для дуэта Пирлова-Лешукова. 1-2. Хорошая атака Анастасии Фроловой. Я думаю, что теряет мировая пляжка от того, что российские спортсмены там не участвуют. Но посмотрим, что будет дальше. И здесь в защите Даша играет. Сама же будет атаковать. И сравняет счет. Вот так. Преимущество в 5 очков утратили Фролова и Гоненко. 16-16 в первой партии. Вернулись в игру Екатерина Бирлова и Дарья Лешукова. Да, просто переводит мяч, но будет атака Фроловой. А там Лешукова в защите. Опа! Не получилось выйти вперед. Еще один блок Фроловой. Добежит здесь Лешукова. И даже атака будет у Бирловой. Гоненко в защите. Великолепно. Лешукова. Прекрасный розыгрыш. И никто не хотел уступать. Прекрасный розыгрыш. Сравнивает счет Дарья Лешукова. 20-20. Вот такой матч за третье место. Вот такая первая партия. Опытная Бирлова выполнит подачу. И здесь успевает Екатерина. Будет атака из четвертой зоны. И теперь сетбол для дуэта Бирлова-Лешукова. Вот так. Вышли вперед впервые.
в этом матче. Но в какой важный момент это эйс Екатерины Бирловой. Не определилась Анастасия Фролова, убирать ли руки, пропускать ли мяч, улетит ли он в аут или нет. И в итоге с первого же сетбола забирают первую партию. Екатерина Бирлова, Дарья Лешукова. 22-20. Фролова-Гоненко. И у нас уже ничья 4-4. Еще одна прекрасная подача Анастасии. Выбитый прием и блокаут. Здесь блокаут. Играет Дарья Лешукова. 5-4. Здорово разобралась Анастасия Фролова. 5-5. Чуточку хитрости и вновь ничья 9-9. Если бы на долю секунды раньше прыгнула мощная атака Лешуковой, 10-10. Помощника судьи табличка с номером 1 или 2, ну, точнее, это одна и та же табличка, которая переворачивается, да, это сделано для того, чтобы, ну, в пылу баталий часто забывают пляжники, кто же должен идти на подачу. И вот секретари в этом помогают. Посмотрела Анастасия, сейчас увидела там первый номер и отправилась на подачу. Продолжается у нас такой долгий розыгрыш. И все-таки Дарья Лешукова ставит в нем точку. Фактически минуту. Сражались, бодались друг с другом дуэты в матч за бронзу. Прекрасно играет Александра Гоненко в защите. И сама же будет атаковать. Ой, это как же так обидно всегда. Вот такие матчболы, тем более дарить. Когда ты так великолепно сыграл в защите и напортачил сам же в атаке. Первой партии с первой попытки его реализовать. Игроки в синих топах. Да нет. Вновь нас отправляет Анастасия Фролова на вот эту тянучку. 20-20. И вновь сетбол для дуэта Гоненко-Фролова. Очень смешно слышать с трибун детский крик «белые-белые». Образовались здесь болельщики у дуэта Фролова-Гоненко. И, возможно, именно они помогли перевести игру в третью партию со счетом 23-21. Победу во второй празднует дуэт Анастасии Фроловой и Александра Гоненко. Вот такой счет у нас в матче за бронзу. Но пока что не получается уйти в отрыв. 4-4. Мощно атакует Дарья Лешукова. 5-4. Одно очко до смены. Принимает Фролова, и сама же Настя будет атаковать, но там отступила. Ах, чуть-чуть. Начали вдвоем к лицевой линии отступать Екатерина и Дарья, и в итоге никого там не осталось в четвертой зоне. Попадает Дарья Лешукова, 9-7. Очень здоровская атака, особенно на повторе. О, ну уже больше 10 очков, по-моему, подарили соперникам Екатерина и Дарья за счет собственных ошибок на подаче. Еще и в атаке ошибаются, и у нас уже ничья. 11-11 в третьей партии. Никто не сдается. Здесь Александр Гоненко в защите, сама же Саша будет атаковать. И смена сторон площадки. 13-12, впереди дуэт Фролова-Гоненко. Екатерина и Дарья, Дарья на приеме. Один матчбол отыграли. 13-14. Есть прием. А это блок Екатерины Бирловой. 14-14. Два матчбола отыграли. Бирлова на подаче. Решил не рисковать Екатерина. Показывает Екатерина Бирлова, что не было касания у меня ни блока, ни сетки. Это чистый аут. Что, касание блока здесь определяют? Екатерина Бирлова, конечно же, здесь удивлена не меньше нашего. Это матчбол для них.
и ставит точку Анастасия Фролова своим блоком. 18-16. Неоднозначный такой вот, неоднозначная концовка этой встречи. Абсолютно равная игра. Вот знаете, часто говорят мои коллеги-комментаторы, равная игра. Но здесь действительно равная игра. Со счетом 20-22, 23-21, 18-16. Бронзовые медали пятого этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Анапе завоевывают представительницы волейбольного клуба «Динамо Москва» Анастасия Фролова, Александр Гоненко.